Продолжается благоустройство дворовых территорий и в Мурманске. Глава областного центра и представители городского совета депутатов проверили качество работ на детской площадке в одном из дворов и нашли недочеты. Во дворе дома номер 11 на улице Морской детскую площадку сделали в конце прошлого года. Здесь установили горки, качели, положили тартановое покрытие. Как площадка пережила первую зиму, берегут ли ее жители и насколько качественно поработал подрядчик, городские власти решили проверить, как только сошел снег. В целом, такому благоустройству жители рады, но есть недочеты. В некоторых местах детской горки не хватает креплений, а одну часть пришлось закрыть. Там слишком низкие ограждения. Дети рискуют упасть и удариться. Работы по этому двору практически примыкают к работам по реконструкции территории около поликлиники. Поэтому одновременно мы обсудили то, что у нас здесь, и то, что нужно доделать еще около поликлиники. Это очень важная работа, и могу сказать, что вот та точка зрения, о которой сегодня говорили мурманчане, им действительно нравится, действительно хорошо получилось. Действительно есть моменты, которые нужно доделать, переделать и устранить недостатки вот в рамках исполнения этого контракта. Чтобы дети могли безопасно играть на площадке, недочеты устранят. А неподалеку для мурманчан планируют сделать еще одну зону отдыха. В прошлом году эту территорию вернули в муниципальную собственность и основательно почистили, а в этом ее реконструируют. Если, опять же, с небольшой оговоркой не помешает вот эта ситуация с коронавирусом, да, мы пока не знаем, как она будет развиваться, вот, то в этом году она стоит в плане. То есть там тоже я проекта конечного не видел еще, но там тоже предусмотрено детские площадки, городок, скамеечки, лавочки, освещение. И то есть полный еще один зеленый уголок вот в этом микрорайоне. По программе формирования современной городской среды в Мурманске уже отремонтировали около 40 дворов. В этом году планируется к реконструкции еще 8 площадок.